Я найду тебя, обещаю. Что же ты творишь, Мира? Я защищаю свою дочь. Дура, сила которой она управляет, ты не понимаешь. Нет, это ты не понимаешь, на что я способна, чтобы ее спасти. Чтоб тебя, Мира, ты от меня не сбежишь. Я тебя найду. Ты справилась, Мира. Ты ее спасла. Но теперь ты для нее опасна. Мира? Это ты? Себастьян. Зачем ты воюешь со мной, Мира? Ты не понимаешь. Это наш новый дом. Лили будет здесь счастлива, свободна. От всех страхов, от всякой боли. Нет, Мира. Так не бывает. Боль — это часть жизни. Как и любовь. Оставшись здесь, она не получит жизни без страха. Потому что это вообще не жизнь. Ты не понимаешь. То, что они с ней сделали, я могу ее защитить. Нет. Пожалуйста, дай мне ее вытащить. Идем вместе. Мы будем семьей. Нет! Я никому не позволю ее у меня забрать! Нет. Прошу тебя, Мира. Еще есть время. Мы можем уйти. Я не оставлю дочь здесь. Прошу. Любой, кто попытается, умрет! Не вынуждай меня делать это! Позволю. Черт побери, Мира, хватит! Подумай, что ты делаешь! Я не хочу этого делать, Мира!
Хочу этого делать! Мира.
Мира. Очнись. Прости меня. Я не хотел. Нет. Я себя не контролировала. Ты все правильно сделал. Спасибо. Как хорошо, что ты жив. Ты должен забрать Лили. Вытащи ее отсюда. Я всех нас вытащу. А ну давай. Слишком далеко. Брось меня. Просто забери Лили. Брось меня. Нет. Больше я тебя не брошу. Ты должен. Иди. Я догоню. Мы встретимся. Сейчас ты нужен Лили. Пожалуйста, быстрее. Надо скорее к дому. Почти дошел. Только дождись меня, Лили. Мы восстановили контакт, сэр. Где он? Точное положение пока не ясно. Стоп! Ядро обнаружено. Маркер идет к ней. Отлично. Проинструктируйте маркер, как восстановить ядро. Не хочу вас расстраивать, сэр, но мы опоздали. Мир слишком сильно поврежден. Даже если ядро вернется на место, полный коллапс Юниона неизбежен. Пусть так. У нас есть Стэм. Начнем сначала. Нам нужно ядро. Такую ценность бросать нельзя. Пусть медгруппа готовится извлекать. Сколько времени? Смотря как быстро он доставит ее к точке извлечения. Они близко, так что скоро. Медгруппа на месте и готова действовать. После извлечения медгруппа должна уничтожить маркер. Он свое дело сделал. Да, сэр. Черт. Кит, свяжись с ним и проинструктируй. Ну, момент настал, Кит. Кит! Ты меня слышала? Да, слышала. Ты собираешься выполнять приказ? Вы не можете его убить. Еще как можем, и убьем. Здесь, в реальном мире, он сразу станет проблемой. Ну, объясни ему, где точка извлечения. Давай, Кит. Он подписал себе смертный приговор, как только вошел в Стэм. Так что выполняй приказ, не подписывай приговор себе. Нет.
Решила предать нас? Очень жаль. Я на тебя рассчитывал. Зал управления. Все сотрудники охраны. Надо скорее, пока еще не явились. Не дайте ей уйти! Лили! Ее комната наверху. Лили. Девочка моя. Папа. Это я, Лили. Я пришел. Это правда ты? Это правда я. Я заберу тебя домой. А мы разве не дома? Нет, детка. Но скоро будем. Я так устала. Засыпай. Когда проснешься, все будет хорошо. Мира! Она у меня. Пошли. Уходим отсюда. Прости, Себастьян. Я не могу. Нет, ты можешь. Если надо, я понесу вас обеих, но я не оставлю... Надо остановить Мёбиус. Да к черту Мёбиус! Мы и без того им слишком много отдали. Мы можем уйти, все вместе. Убежим туда, где они не найдут нас. Нам негде спрятаться. Они повсюду. Лили всегда будет в опасности, пока я их не уничтожу. Ладно, я подожду. Когда с Мёбиусом так будет покончено... Так не получится, Себастьян. Это можно сделать только изнутри. Стэм — это не только это место. Все члены Мёбиуса связаны с ней через чипы в голове. Приняв функции ядра, я смогу передать сигнал, даже если Юнион распадется. Этот сигнал покончит с Мёбиусом раз и навсегда. Но мы же наконец-то вместе. Выбора нет. Это часть плана, так задумано. Прости меня. Мира. Просто обещай мне заботиться о ней. Пусть она знает, как сильно мама ее любила. Мира, мне столько нужно сказать тебе.
Не надо ничего говорить. Я ведь все это видела. Знаю, как ты страдал. Что с тобой сделали? Что я сделала? Ты не заслужил этого. Ты дважды прошел через ад. А теперь тебе пора. Проживи жизнь, которую у тебя отобрали. Я люблю тебя, Мира. И я тебя люблю. Вас обоих. Потому я это и делаю. Времени больше нет. Уходите скорее! Ну давайте, подонки. Тревога, тревога. Ситуация Альфа-1. Тревога, тревога. Ситуация Альфа-1. Черт! Она меня ранила! Мы ее прижали! Убить ее! Они не отступят. Надо попасть в зал Стэм. Спуститься вниз по лестнице. Всем сотрудникам охраны собраться в зале Стэм. Держись, Себастьян. Уже почти. Всем сотрудникам охраны собраться в зале Стэм. Мира, надеюсь, сработает. Что ты делаешь, Кит? Ты же этим просто обрекаешь себя на смерть. Сама ведь знаешь. Ты подавала такие надежды. Могла собрать в своих руках такую силу. И вместо этого решила от всего отказаться. Почему? После всего, что видела, что сделала? Что вдруг за кризис совести? Из-за этого человека? Из-за ребенка? Нет. Из-за меня. Подумай, что ты делаешь, Кит. Стэм нужна всем, представь! Единое сознание для всего человечества. Больше никаких войн, никакого неравенства. Никакой боли. Пути назад нет. Надеюсь, ты права, Мира. Себастьян! Кидман, она у меня. Куда идти? В свой кабинет. Ладно, но Мира со мной не пошла. Ты знаешь почему. Да. Времени мало. Я на тебя надеюсь. Мы почти на месте. О, боже мой!
Пожалуйста. Скоро мы будем дома. Совсем скоро. Еще не поздно остановиться, Кит. Опомнишься? Обещаю убить тебя быстро. А иначе наказание за твое предательство войдет в историю. О да, я войду в историю. Как человек, остановивший вас. Мир без выбора — это не утопия. Улей функционирует только, когда во главе есть матка. Присоединись или умри. А знаешь что? Есть третий вариант. И это пошел ты! Ты такая дура! Что вызываешь восхищение? Очень обидно вот так потерять тебя, Кит. Что? Ты что, правда думал, что я твоя марионетка? Да я вынула чип 3 дня назад. Неважно! Сегодня ты умрешь! Так или иначе. Давай же, Себастьян. Времени почти не осталось. Ты смогла, Мира. Я знала. Не волнуйся, Себастьян. Все хорошо. Лили? Где Лили? Помоги мне ее вытащить. Встань вон там.
Быстрее! Папа, это правда ты? Да, Лили. Это правда я. Мне приснился такой страшный сон. Чш, я знаю, Лили. Но ты проснулась. Кошмар кончился. Больше тебе нечего бояться. Это ведь правда? Мы действительно выбрались. Мне не показалось? Все правда закончилось. Благодаря Мире. Пошли. Пора отсюда убираться. As I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive.